Сегодня завершился первый семинар в структуре базового цикла, стартовавшего как раз с этого семинара, в долгосрочной программе обучения когнитивно-поведенческой терапии Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии. Поэтому я поздравляю и себя, и вас, Ирина, и всех наших участников с этим замечательным событием. На мой взгляд, это было очень интенсивно, интересно, и благодаря вот таким многочисленным отзывам участников, мне кажется, начало положено. Первый блин не в коме, и мы можем активно продолжать. Планы глобальные. Замечательная группа, очень много таких светлых, улыбающихся лиц. Очень приятная атмосфера, дружественная обстановка. Поэтому мне кажется, что открытие цикла очень хорошо прошло, удачно. И впереди перспективы таких новых замечательных встреч. Поэтому я надеюсь, что мы продолжим. И спасибо вам большое, Ирина, за организацию и нашей встречи, и этой группы. Поэтому давайте, как у нас шутят, дружить домами, сумасшедшими, и будем продолжать.